Один человек погиб, еще двое пострадали во время степного пожара в Западно-Казахстанской области. ЧП произошло на точке Берняз Коскольского сельского округа Каратубинского района. Как сообщили в местном департаменте по ЧС, все началось с возгорания вблизи крестьянского хозяйства. Глава фермы пытался потушить огонь собственными силами. На помощь ему вызвались сын и, предположительно, племянник. В результате при проведении опашки на тракторе сгорел 17-летний парень. К сожалению, не удалось спасти самого тяжелого пациента, так как у него ожоги до 90%, там также имеются ожоги дыхательных путей. Больной был все время на аппарате искусственной вентиляции, проводились все возможные мероприятия по спасению жизни. Но, к сожалению, полученные травмы несовместимы с жизнью. Сейчас врачи борются за жизнь отца и сына. У каждого до 70% ожогов тела. Пожар тушили десятки сотрудников ДЧС и несколько единиц техники. Общая площадь возгорания составила 42 гектара.